Лучше, чем темная, да? Вот по Пушкина колоночка. Автостанция. Озеро Яровое, Алтайский край. Улица у нас какая получается? Квартал 2Б. Да, вот это реклама. Мы создаем тепло и уют. Славгородская фабрика пластиковых окон. И что это, баннер что ли? Даже не знаю. Клеено раз полотно, два полотна, три полотна, четыре полотна. Пять полотна. Шесть полотен проклеены. Mm-hmm.
Вот перед автовокзалом Веровом Подсолнухи. Так, и вот цветочки. Вон они, цветочки какие здоровые. Вон какой. Вообще прелесть. Вот такие цветочки. Ну, конечно, их надо. Веровое. Thank you.
Конечно. О, я себе закопал мои ноги. Да. Лен, так, причал 42, это вот как вот тот, значит. Не тот. Это причал 22.
если лучше почти нет, то у него не пошипало тоже. А, ну то, да. Сначала не будет, но девочки будут прыгать. Куда она здесь собралась? Полезно, не забывай. Ну, в следующий раз пойдем бутылку воды купим. Ну, теперь мне сейчас нужно. А я что сделаю? Вот скажи, ты прям как маленькая девочка. Парусик на Яровом. Мне уж стыдно. Все, вот. Галь, совесть нос промоет. Полезно. Все? Кафе. Кафе? Это вот... Да, вот в этом. Папа, я его снимаю. А? Я его потеряла. Где он? Мамочка. Чё-чё? Ну, сзади. Чё, почему? Ну, соль. Ну, я... Сфоткай меня с этим. Поставим. Пойдем покупаемся, потом придёшь ещё подъезд, да? Где Дима-то потерял? Мам, с коктейлем меня сфоткай. Мам, ну сфотка. Сейчас я его найду. Так я его снимала. Ты представил, потеряла. Я сейчас не уйду. Вон он, я нашла его. Мама, сфоткай меня с коктейлем. Мама, сфоткай. Ну сфоткай, мама. Я вот и сейчас. Ну блин. Он что, глаза, он этим... Ты что делаешь? Блин, еще больше глаза. Зачем он ныряет-то? Нырять нельзя. Он что делал? Как он ныряет? А? Ныряет, дурачок. Парусок. А твоя какая пить? Вот это. А теперь?
тобой. Пошли. Вот баня рядом со спасателями. Медпункт. Спасатель. Медпункт. Все рядышком. Угу. Душ, туалет. Угу. И тут все, выход. 22-й причал. Угу. А заводик получается у нас действующий. Дымок с трубы. Дымок с трубы. Thank you.
Купаться, что ли? Иди купайся, да, я пришла себе водить. Да, сейчас. Давай. Угу, сейчас. Что, Женька не плакал, приходил, надеюсь. Успокоился. Говорю, Женька не плакал, приходи. А он куда-то убежал? Ему глаза попадает вода, или очки дала. Он тогда успокаивается, когда вытирается хуй. Я повешу спокойно. Ну, давайте, я посижу. Угу, сейчас. И ты там уже надоело. А? Надоело уже. Какая холодная водичка-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Зато пресная, да, наверное? Пресная это, да? Ага. Ясно. Кораблики. Ну,
42-й причал вот тут. Очков нету. Там не был, там есть как-то. Да, все, на хлебом. Че? Че, за кафе? А ты откуда? Там. За тебя там. Что за кафе? Нифига они на плюшке там колбасит их. Галя, наверное, огородили, да, чтобы... Че-че? Чтобы блин, у меня тут кровь. Где кровь? Огородили. Мне надо помыть ее, да. Где? Мама меня поцарапала. Куда? Ну, сейчас Женя. Сейчас Женя принесет водички. Я полоснешь. Куда он за буйки заплывает? Кто? Дима. Дима заплывает за буйки. Заплыл уже. А где он? Вон за буйком. Возле катамарана. Я его не вижу. Возле катамарана. Вот этот что? Прямо нас? Угу. Это он вот этот вот гребет, да, вот так? Это он что? Да. А, просто ты его, видишь, различаешь, я-то его уже не различаю так. Галя, своего ты различаешь человека. Правильно. Что же будет? О, я думала, он только что плавает, слушай. Да? Газинка. Хорошо плавает. Мы будем делать штаники от песка, да? Нет! Штаники. Я уже купаться хочу. Подожди! Тот где он за катамаран выпал? Но... Да мы видим тоже, он где. Я должна идти. Ладно, а как ты ноги, не знаю. Таскивай. Там их фоткай. Таскивай ноги. Алло! Ты меня слышишь? Сейчас я его сниму. Я тоже пойду. Галь, давай я посижу, ты иди на газ. Куда мне идти? Хочешь? Хочешь? Я нет. Пойду помою. Мама, сколько? Мама. Thank you.
О, соль. Угу. Соль. Угу. Солнышко, хорошо. На лодочках. Лодочки. Помаранчики. Помаранчики. Что ты снимаешь? Сейчас перейду. Ну что ты ноги-то высуни? Алина, где ты? О, снял. Все, давай Алину теперь. Будет сниматься она, нет? Высокая марева. Ну какие они. А это вот, ага, цветы. А цветы, а эти вот эти, да, квартиры? Да, угу. Все, все, все хорошо положил. Угу. Все. Ну вот нашел же дом. Улица Пушкина, Яровое, Россия. Нафига? Приедут сюда и сами это снимут. Да чё? Да. Хорошо.
Галь, ну обнимайся. Я разрешаю тебе. Во, круто. Давай следующий. Следующий. Кто желает? С ковбоем. Я говорю, в темноте он красивее. Давайте, я вас тоже сниму. Потом в интернете на моем канале посмотрите. Да нет, у меня жена увидит, она меня же это. Заревнует. Конечно. Вот. Есть, ничего страшного. Да, да, заревнует. Да. Да, ВКонтакте. У меня канал, да. Да, да, да. Всем спасибо, пошел, ага. Вот, смотрите, вот это у нас, смотрите, да? Да, вот мы хотели. Ну. Да. Так, что, куда идем? А, вон.
Вот и меня Макс! Макс! Макс, это телефон! Макс! Да вот нормально, вот что. Вот нормально. А если я 65 залезу, что вам сломается? Ну сколько будет больно, да, если я сяду? Это в школе. Это в школе. Лодка болит. А мой сейчас я в первый день не пошел, что не порвал, а второй день. Еще там надо. В ракете. Сюда залазь. Белка, что? О, что они тут продают? Золото. Yeah.
Да проходите, проходите, конечно, у меня видео, нормально все. Вот горочки строятся. 19 метров будет горочка. Та вон 12, вон та, вон 12. Это собирается. Контролирующий стоит. А вот эта горочка будет 19 метров. Вот эта вот горочка. Вот мужики стараются. Ага. Как раз, ну что, ты чего не видела тогда? Нет, ну он где-то посерединке плавал, сейчас туда уплыл. Галя, туда плыть 5 метров. Так он плавает до тут? Он до того берега плывет? Тут плотишь, тебя на лодке туда отвозят, это ты там курсируешь. А сам туда ходишь? Да. Сколько времени? На лодке тебя туда доставляют, большая лодка, видела? А обратно? Обратно, все время прошло, а тебя обратно на лодку и... Где наш-то? Где? Вот женщина. Вот.
У Наташи сегодня без этой без шапочки даже. Mm-hmm. Все, враж вошла. Ну, мне нравится. Женя вообще первый раз в жизни попала. Да, 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 да. Пофоткаться. И Женя тоже, все, расслабились. Всех выделили, всех, короче, это, словилось в кадр же. Давай сюда, Наташа, поворачивайся. Вот так, отлично. Отлично. Ну, Галя, не загораживай банан. О, нифига они вообще колбасит их. Ну, что загораживаешь? Вечно плюшки ешь. Ну, тут страшно. Опа, вывалился. Да нет, ну, они там привязаны. Вывалился, все, вывалился на плюшке. Да? Конечно. Подняли. Сейчас посмотрим. Плывет до плюхи. Спасательным жилетишь? Угу, оранжевый. Он к лодке плывет. Закрыло, да, его? Ну вот, сейчас он поднимает. А один теперь как поедет? Ничего, будет на одну сторону кремень. Там два их. Еще двое? Да. Трое? Да, да. Вот он в лодку залез. Угу. Ни хрена, ничего не закрепляет. Угу. Ну, погнали.
Да, 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 пошли. Еще совсем малюсенькие ножки, да? Еще совсем не ходят по дорожке. Чего бояться-то? Ай, сколько радости. Эй, ты прикол вообще. А, ясно. Ногами, ногами, ногами выбирает. Круто. Чего тут без плюшки поехал? Пал, замерзла? Все, щипич. Я знаю, что у меня там. Может, из-за этого? Я устал. Устал, замерз? Нет. Как-то прохладно. Замерзли? А? Замерзли? Мам, ну, чуть-чуть, немножечко есть. Вроде в воде ничего, но что-то... Вытирайся, вытирайся, если ты мог. Загорела у тебя спина вообще. Хорошо? Да. Красиво? Да. Ну, не знаю. Решили немножко. Ну, Галь, ну заходишь. Холодина? Дубак такой. Вот знаешь... Все. Вот они, видишь, какие. Какой-то. Да, я сегодня тоже уже ловила сегодня много их таких. Конечно, замерз. А он на мормуша нашего похож. Открывайся. Ножки такие. Я тоже ноги сполосну, и все уже грязно. У него два глаза, он видишь, чмок. Отойди, заполосни это все. Два яйца. Даже яйца, яйца есть. Где? Дома. Это икра. Красъемку, наверное. Не, он сам. Наводи, наводи. И останавливайся. Он потом расплывется у тебя. Ну давай я сам. Да я снимаю уже.
и шевелится. Хвост какой-то такой, да? Сняла? Да. Макро появилось? Да. Ну все, значит, он шевелится, видишь? Пошел отпускать? Подожди еще. Я еще его не посмотрела нормально. Поплавать еще карасика. Видишь, только два глазика, и хватит. Ножки. Слышишь? Тут не знаю, и хвостик. А то тоже можно. Все? Это. Давай, чуть-чуть и вылазь. Галя, там сама на автомате стоит. Женя, недолго. Ну куда ты руку-то убрал? Эти расплавали, а нам дядька на катамаране проплывает. И говорит, знаете, что за бутылки? Мы говорим, что? Он говорит, здесь люди тонули, водолазы прикрепляют внизу, говорит, чтобы все видели, что человек утонул, что как бы опасно. И сети так ставят, так что нырять опасно. Вообще. Вот так сети чалим. На Энголе, а? Сети чалим так, на бутылку. Ну и вот он говорит, водолазы внизу приплыли, а мы такие, как это, узнали, говорят, мы же плавать-то. Там озеро, там так не покупаешься, там отсюда. Ты у меня не заболеешь, ничего, вылазь. А он может перекупаться, говорит? Да, ну ты мне что? Кажется, перехладиться он. А ну ты что, как он перехладится? Водой. Перехладиться. Была бы температура, но ну, там 15 минут. 15. А что там, буёк в виде груши, да? А я не знаю, я не буёк в виде груши. Да, тут... Ну, папа, понятно, что я в ней. Настя, все скоро будет потом. А потом? Потом уже. А, это правильно. А, сейчас! Богу прав, да, это правильно. Мой ужас, да, это страшно. Она скрючилась. Вот такая штука. Это вообще все будет. Перекрестился, что ли? Не, он вообще ласточка. Пошли. Че? Крен, идешь? Видишь, как ива пахнет вкусно. Ивой вкусно пахнет. Ой, жутко, давай. У меня также в лесу пахнет, когда я белые грибы беру. Но... Что стоит, не помнишь? Что стоит, не помнишь? Да вон, надо посмотреть, да и все. Я знаю. Мы сюда не лазить пришли. Все, пошли. Все, будете лазить? Нет. Рома, быстрее! Ну, пойдем. Пойдем. Оставайся. Ну ты завтра. Я тебе три раза сказала, пошли. Смотри!
Сливу ему поставь, Галь, сливу. Угу, все нормально. Да. Пошли, мы Угу. Колодец настоящий. Да, а ты думала, куху. Да не, снимайте. Не, нормально. Нет, не надо. Будешь еще там ехать? Вот смотри, не знаю, как он ездит. Ну, подождите уже. Пойдем, подожди. Дима, я не могу приехать. Леш, сними его. Здорово. На. Что? Ну там нет, на пошли, да. Пойдем. Ну и точно, вот так. Да без разницы. Вон, смотри, какие. А это другой вид. Да? Какой интересный, слушай. Не пахнет. Никогда не видела пахнет. Можжевельник. Дима, это правда? Можжевельник. У мамы такой можжевельник. Да? Декоративный это. Интересно. Нормально. Так бывает.
чем постоянно. Пошли, Игорь. Ну что, пошли? Пошли.
Рядом. Не знаю, сами там разговаривайте. Ага, все, давай. Сейчас Наташе позвоню. Сюда мне. Yes.
Я же не я, то я тебе хлопа. А это где мы Саша фото? Там не надо. Да, там человек сидит. В доме я ничего не вижу. Ну, человек сидит с утра до вечера. Мама, это кровь! Руки идут! Сейчас слышу. Соль какая шумяется на бровях. Ты меня есть же не хочешь? Ты успеваешь? Поднимайся. Я же жду жену. Угу. Снимаешь? Да, да. И соль снимаю. Соль. Соль. Сольку. Вон соль. После купания. А если пробежаться вот на примерно, не в реальности?